Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Начнем с тренировки, хочу забрать своих бойцов. Всех абсолютно, надеюсь, они оттренировались. Слушай, да, все хорошо. Нормулька. Так, ребят, ну в армии пока у нас ничего. Давайте зайдем в магазин. Так, бесплатная карточка у нас на банче. Спасибо хотя бы на этом. Так, что мы с вами получим с арены? 24 карточки на пряничный домик. А что же нам выпадет из самого сундука? Слушайте, знаете что, вот прыгун здесь, конечно, нам неуместен, потому что он у меня прокачан по полной программе. Единственное, что, конечно, хилбот и 23 карточки на домик сакру, это сгодится. Ну и черепаха. И, конечно же, голда, без нее нам никуда. Ну что ж, давайте быстренько с вами пробежимся по противничку, да, он 58 уровня. Я думаю, что ничего изменять не стоит, хотя, а давай вот этот вот отряд возьмем. Давайте посмотрим, ребята, кто здесь будет сильнее и главнее на этой арене. Так, как энергию мы... А подожди, а энергия здесь учитывается или нет? Что-то я не помню, если честно. Ладно, сейчас посмотрим. Можно даже вот так вот проверить, ребята, на что способен наш рыцарь, да? 96 уровня против Джиггернаута. Ну-ка. Слушай, вот такая команда сейчас просто тут все разрулит. Ну, вы понимаете, да, почему? И еще и тыкву голову, если призвать, вообще будет изейше. Смотри, что происходит. Бумс, и все. Но, ребят, вы заметите, да, у нас противник пока слабенький. И мы пока просто здесь веселимся в свое удовольствие. Так, у нас, смотрите-ка, есть 29 тысяч монет. И я, кстати, хочу прокачать полностью. Ну, не полностью, сколько у меня получится, а вот этот домик. Слушайте, уже 79 уровень. То есть осталось совсем маленечко, да? И у нас будет еще одна прокачанная по фулке база. Ну что же, а мы с вами давайте, наверное, посмотрим ежедневное испытание. Кто у нас? Хищнец. Так, в последний раз, когда... Ну да, да, я вспомнил. По-моему, это тот уровень, да, который мы... Да, который мы с вами не сможем пройти. Даже несмотря на то, что у нас здесь есть и ниндзя, и ронин, и мечник, мы вряд ли потянем. Хотя я все-таки попробую разочек, ребят, с вашего позволения. Вы, надеюсь, не будете против. Давай мы возьмем вот так и вот так. Вот такой вот отряд у нас будет. Ха, против... Блин, ну, ребят, вы поймите, да, 97 уровень стража плюс 97 уровень воблера. Что против этих ребят здесь можно сделать? Я не знаю, я даже ума не могу приложить. Просто сейчас будет расколбас. Он только лишь одного стража выпустит, и все. И мои просто юниты встанут возле глухой стены и ничего не смогут сделать. Но все-таки я рискну, я попробую. У нас есть фаербол, как-никак. Он довольно-таки мощный, по идее, суперудар этот. Давай-ка посмотрим. Ага! Угу, вот так он, значит, да, делает. Так, хищнец, давай попробуем бомбануть с тобой этого олуха. Слушай, погоди-ка секунду, а если мы еще ниндзю призовем нам на помощь? Так, страж вышел, да? Фаерболом... А-а-а, все, я вспомнил, ребята. Конечно же, ульта. Паршивая ульта, ребята. Теперь я вспомнил, из-за чего мы с вами не смогли пройти. Конечно же, именно из-за ульты. Ну давай, хищнец. Да выеживался. Там еще и воблер ползет. То есть у него ульта в разы лучше, чем у меня, ребят. Ты понимаешь, да, почему? Ты уже, наверное, понял, почему это все происходит. Сейчас он опять, ребята. Вот и все, и начинается опять та же самая песня. Та! Офигеть просто-напросто. Я против его ульты ничего абсолютно не могу сделать. Ну и кто мне здесь вообще поможет на самом деле? Никто. Понимаешь? Даже если поставим ускорение, да, 5000 голды, ну, предположим, потрачу я, да, все равно нам ничего это не даст. Никакого результата. Абсолютно. М-м. Ну вот, ты посмотри. Я даже не успел подойти к его базе, он уже меня размамбливает. Да. Грустно такое вот, ребята, осознавать. Фейл, что ли, получается? Да фейл по-любому. Как ни крути, ребят, фейл здесь по-любаську. Да что ты, ты даже, мы даже не можем этого хищница пробить. О чем тут можно вообще говорить? И заметьте, причем ульта у него выходит. Во, смотри, белым сейчас начал бомбить. Я только хотел сказать, что у него ульта до этого чисто красным лазером бомбила, против которого вообще ничего нельзя сделать. Пробивает просто всех на ура. Ну, ну и что? Он еще отхиливается, а паразит.
Тут даже не в скорости моих юнитов, ребята, а в том, что именно он нас забамбливает своей ультой. Если бы мне дали бы точно такую же башню, да, вот такую вот, которая у него, я бы посмотрел бы на него в этом случае. Ну ты посмотри, бомбит и бомбит, бомбит и бомбит, без остановок просто. У меня стоял самурай, да, в истерике. Он в него пробомбил, он, по идее, должен был прекратить на нем. Потому что, ну, как бы, удар в никуда получается. А нет, он бомбит, продолжает дальше. И пофиг ему на все. Да ну нафиг, какой тут 8 секунд, ребят. О чем мы тут вообще можем говорить? Ха. Офигеть просто-напросто. И посмотри, бомбит и бомбит, бомбит. Да ну его нафиг, ребят. Пошел он куда это. Я считаю, что это несправедливо, нечестно вообще. У меня ульта еще не накопил. Он первую отбомбил, да, выстрелил. Потом сразу же вторую. Офигеть. Как хочешь, так и проходи. Да, хищница мы, конечно, в этом ежедневном испытании с вами никогда не получим. Ну что же, ладно, не будем с вами нервы тут трепать свои. Вау, нам тут осталось-то совсем ничего. Дойти, да пройти даже подданных, потом роботов и нежити, мы перейдем с вами в следующий портал. Поэтому не будем отвлекаться, ребята, а будем просто-напросто наслаждаться игрой. И для этой каточки, я думаю, нам сгодится даже вот эти, ребята. Ну что тут, разбойника главное контрить. А мы это с вами уже умеем, причем довольно хорошо. Ну, где вы там, олухи, выходите, я уже готов. Я жду, я вас встречаю с хлебом, с солью, как вы любите. Где? Что-то никто не уходит. Ага, вот так он решил, да, начать с мечника, а, и прикрыть это все жрицей. Ладно, мы тоже с вами, ребята, не просто так деланные, будем сейчас сопротивляться. Так, разбойничка главное, ребят, контрить. Постоянно. Контролируйте нужно. Где он там? Вот он, ребята, вышел родной. Вышел, явился, как говорится, не запылился. Так, ну что ж, попробуем. Против паладина пошел. Ну это, конечно, ты зря, браток. Зря. Давайте накопим 500 маны. И будем уже с вами, знаете, что делать? Вызывать друидку, я думаю. Это будет самый оптимал для нас. Опа. Карточка на жрицу выпала. Ну что? Давай, 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 там у нас заваруха будет. Разбойник, смотри, тыкает своим ножичком. Не тут-то было, родной мой. Ураганчик, давайте призовем еще, наверное, молотильщика, паладинчика и щитобота. И, в принципе, все, этого будет достаточно, чтобы разбомбить. Давай еще тогда всадника на журавле, да, полной кучи. Ну куда ты идешь, ну куда ты идешь, вот идет ханорик вам, смотрите. А? Пшик-пшик-пшик, что-то там пшикает. Ну вы сами все видите, результат налицо, ребят. Чего ожидали, то и получили. Так, кто здесь будет босс? Здесь, ребята, босс-король. И я могу сразу посоветовать вам взять отряд, где есть летающие юниты. А он у нас есть вот здесь. Да и здесь, в принципе, тоже есть. Но имбу я пока трогать не собираюсь. Хотя, погоди-ка секунду. А у нас в четвертом отряде... У нас в четвертом отряде есть только тыковоголовый, который, да, может иметь дальние атаки. Ладно, хорошо. Надеюсь, грифа меня здесь не подведет. Очень сильно надеюсь. Хотя мы, может быть, даже толпой со жнецом, если мы выйдем, забомбим, наделаем армию. Да, можно, в принципе, и так его уложить. Тут еще и баллиста у нас будет сейчас помогать. Да по красоте должно все... Так, погоди, по красоте. Джаггернаут, ты как, готов у меня там, родной? К тебе идет дружок, тут, смотри, какой. С двумя ножичками. Так, выявляемся. Сплюшки, нет, ребята, не сплюшки, но, тем не менее, все равно довольно легко мы его убили. Так, там жрица идет. Опять идет, ребят, смотри, опять идет этот говнюк мелкий. Так, подожди, он сейчас в скрытость, да? Мы появляемся здесь. Тыц! Нет, пока еще не убили его. Так, давай-ка мы возьмем с вами, наверное, баллисту. Блин, идет, ребята, маг. Маг идет. Так, джаггернаут. Давай, 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 давай. Воу. Грифа, ты малорик, кстати. Ты справился со своей поставленной задачей. Ха, вот и король, ребята. А вот и король Иктор. На-ка. Всыпали мы ему по первое число. Погоди-ка, погоди-ка. Что там за разборки идут такие? Да он даже джаггернаута моего пробить не может. Господи, о чем тут вообще можно говорить? Детский сад, серьезно говорю. Вот так вот вдвоем и легли рядышком. По-братски, да? Так, ну и все. Вы сами понимаете, что сейчас просто будет хана на базе. Слушай-ка, подожди, а кто у меня успел все-таки убить моего грифона? Я что-то не понял. У меня же грифон был. Куда он делся?
Король его не мог пробить. Ну что, давайте заберем Ревард и посмотрим. Ну, естественно, крестьянин, эльф этот, ну и один скарчик на базу. Ладно. И у нас, ребята, с вами территория роботов. Нам нужно ее пройти. Так, бомбер и толкатель — это первый, кто нас встречает. Поэтому я думаю, что начнем с этого отряда. Будем его реализовывать по полной программе. Так, толкатель пойдет. Но про бомбера тоже не забываем. Поэтому, наверное, в первую очередь я вызову голема. А он, наверное, сейчас будет бомбера вызывать. Или толкателя, посмотрим. И заодно посмотрим, насколько урон будет высок. Слушай, ребят, не особо такой высокий урон делает нам толкатель. Практически они на равных где-то идут. Но, естественно, тут бомбер еще немножко нам, как говорится, малину всю испортил своими выстрелами. Но на этот случай я, знаете, что сделаю? Я вызову сейчас грифона. Первый левел должен быть у нас, первый уровень должен быть пройден на изи. Никаких препятствий не должно быть. Ну, толкатели, давайте, бомбите толкатель-то уже. Давайте еще одного джаггернаута вызовем, фиг с ним. Все равно ведь пробьем, да? Первый этап должен быть изейшим. Так, и можно, в принципе, наверное, жнеца призвать. На всякий случай. Так, чтобы просто был. А мы с вами денежку будем просто собирать здесь и наслаждаться. Ну, взмах косы и все. Замок рухнул. А мы продвигаемся с вами на второй, ребята, этапчик. Так, и здесь у нас репульсор. Да, в принципе, ничего страшного здесь нет. Репульсор только лишь добавился, который, ну что он, ну, кулачками своими маленькими будет бомбить. Механическими, да, типа, при возможности может оглушить, оттолкнуть. Ну и мы же тоже можем ему наковылять. Ха! У нас, тем более, есть грифон. А у него нет таких юнитов, которые могут подбивать воздушные цели. Так что преимущество, ребят, на нашей стороне. Вот так я могу сказать. Почему, мне интересно, голем в последнее время не отхиливается? Почему не срабатывает у него ульта на отхил? Так, хорош. Идут они тут вдвоем. Воу-воу. Так, значит, делаем по-другому немножко, ребята. Вот так вот. Просто в хлам всех разнесли. И вот теперь можно... Слушай, я думаю, сейчас просто сделаем вот так вот с вами. Я вызываю жнеца, и пускай он тут всех разбирает. Его здесь одного будет достаточно, за глаза, так скажем даже. Хотя, может быть... Нет, толкатель ничего не сделал абсолютно. Ускоряемся, потому что тут все ясно. Ну, давай-давай-давай, пробиваем. Да что такое-то, я не могу понять. Еще выеживается мне здесь. Замечательно, ребята. Ну что же, у нас с вами третий уровень. Так, еще, значит, три уровня. Ну что, погнали. Так, у нас здесь молотильщик прибавляется, да? Это плохо, на самом деле. Давай вот так попробуем. Я думаю, мы все-таки справимся здесь. Мы сильнее. Тем более, у нас есть щитобот. Почему щитобот, ребят? Ну, сейчас смотри. Смотрим. Мы сделаем с вами вот так вот и прикрываем нашего молотильщика именно через щитобота. Ха, тем более, мы его застанили. Вот так вот. В принципе, ребята, и должно все работать у нас. Упс, обменялись такие, грубо говоря. Давай-ка всадничка на журавле вызовем на всякий случай. И еще, ребята, одного щитобота, без него нам, ну, никак. Так, погнали. Так, толкатель. Толкатель, а мы вот так вот сделаем с вами, по-хитрому. Упс, пардончи. Ну и все, ребят, подходим. Подходим к базе и начинаем ее потихонечку уже колбасить. Правда, молотильщик мой не успел доехать, ребят, к сожалению. Его бомбер забомбил. Так, толкатель. Вау, нифига, он его сдул. Щит с рук просто выбил. Моментально. Так, ну ладно, там даже если пилы будут появляться, да, от молотильщиков. Для наших всадников на журавле это просто дробинка. Так, карточку отдайте, пожалуйста, на бомбера. Ну что же. Мы с вами прошли этот этапчик и, соответственно, двигаемся на четвертую локацию. Ребята, а здесь кто? Ну, здесь только вот щитобот. Хм, я, честно говоря, думал, что здесь будет щитобот именно с хилом в паре. Как обычно, да? Ну, стандартная схема. Щитобот, сзади хилбот и все там подобное. Но здесь все по-другому. Здесь толкатель, щитобот и сам не знаю кто, и репульсор. Идут они вдвоем такие довольные. Тынь-тынь-тынь-тынь. Давай, ладно, встретим вас звездюлями по-киевски. Ну-ка.
Ну, да хорош. А что так быстро-то забомбили мне этого молотильщика-то? Моментально практически расчекрыжили его. Давай тогда сделаем так. Отлично. Так, погоди-ка, погоди-ка. Главное, чтобы их не пропустить, а то будет нам тут веселуха. Давай еще одно. Во, ускорение. Погнали, ребята, хотя бы приблизимся поближе к его замку, чтобы быстренько его расчекрыжить потом. А пока есть такая возможность, я, ребят, попробую накопить на друидку себе. 500 маны мне нужно для этого. Но в чем проблема? Я никаких сложностей не вижу, но они почему-то, ребят, копошатся слишком долго здесь. Вот она, друидушка пошла, моя радость. Так, давай вот так вот сделаем, так, на всякий случай. Разбор полетов будет сегодня или нет? Кто мне подскажет? Я не вижу в ваших руках и в ваших мозгах никакой этой смелости инициативы. Давай, ребят, ну, прожали, господи. Куда ты тотем-то поставила? Друидка, ну это вообще... Давай еще здесь фейлимся, а? До кучи. А че бы нет-то? На этом этапе просто взять и слиться. Это причем с друидкой-то. Так, деньги отдай сюда. 54 секунды. Друидка, я не могу понять, что ты делаешь. Ты... Вот, наконец-то она поставила тотем там, где нужно, ребята. Вот он, тотемчик. На урон. И он потихоньку бомбит. Замечательно. Наконец-то какой-то прогресс. Сдвинулись мы с вами с мертвой точки. Так, что за босса здесь? Блин. Термин 9000, ребят. Собственный, блин, персоной. Вот его мне только не хватало. Что? Что будем с вами делать? Мы обычно проходим его друидкой. Потому что она за счет своего вот этого тотема, если поставит именно вовнутрь к этому термину, то он начинает наносить ему офигенный дамаг, а тот стоит, ничего не может сделать. Давай попробуем, прокатит у нас такой вариант или нет. Во-первых, нужно накопить 500 маны как можно быстрее, чтобы в первую очередь вызвать именно друидку. Так, тут вышел молотильщик у нас. Ладно, давай мы, ребята, немножечко с вами прикроем, да, тылы. Погнали. А теперь будем, конечно же, копить с вами на друидку в первую очередь. Но что там творится? Не понимаю. Да куда ты лезешь-то еще, хламонище ушастый? Ну, естественно, ребята, у него молотильщик, конечно же, сразу же выпускает пилу. В этом даже никто сомневаться не мог. Так, урон, 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 урон. Наносим урон, ребята, колоссальный. Вау. Тоже, кстати, неплохо так вот. А вон он, ребята, ханурик-то ползет уже. Он уже приближается. Начинает бомбить. Опа, ты видел, сколько здоровья отняли? Слушай, по-моему, ребята в первый раз молотили. А, здесь хилботов нету. Слушай, в тот раз же мы не могли пройти, потому что его все время захиливали, так? А ну давай проверим. Давай, ребят, проверим. Молотильщик, выходи. Посмотри, что он делает. Ты тотемы будешь ставить сегодня, друидка, или нет, блин? Я не могу понять. Где твои тотемы, которые, блин, хиляют, наносят урон? Я не вижу вообще ничего такого. Воу-воу-воу-воу-воу. Сейчас, по-моему, начнется тут веселуха. Да идите вы в пень все, а. Ну, у нас тоже, ребят, друидку снесли. И про все, на все, про все 45 секунд. Поехали, будем попробовать как-то. Так... Ну, в чем проблема-то опять? Я не могу понять. Что опять вы елозите-то, как эти? Я не врубаю себе. Слушай, не успеем, что ли, да, получается? Скорее всего, нет. Скорее всего, не успеем. Просто из-за времени сольемся. 19 секунд. И урону по базе, как говорится, вообще еще ни одного не сделано. Нет, походу дела, не вариант, ребят. Не варик. Даже друидка нам не поможет в этот. В этот. Да. Обмен пилами, конечно. Не, все. Все. Понятно, короче. Не получилось. Но я могу тебе сказать, знаешь что? Одно. Что вот в этом отряде не обязательно призывать. Точнее, не обязательно играть отрядом с друидкой. Здесь термин, да, вот этот вот робот. Он идет без поддержки, без подхила. Поэтому я думаю, что ведьма даже вполне может здесь справиться. Но это опять же мои предположения. На самом деле я не знаю, как это будет. Давай попробуем взять наш имбовый отряд и, как говорится, проучить этого термина 9000 за счет вот именно нашей ведьмы и за счет армии
Так, зачем я сундук сейчас открывать хотел? Не надо мне пока этого, давай по-честному все. Так, поехали. Если мы сейчас его порвем, то это будет изи. Если не порвем, блин, придется опять играть через друидку как-то. Значит, он сейчас в первую очередь что? Вызывает молотильщика, да? Насколько я помню. Ну, здесь можно как сделать? Здесь можно даже через чумную мышь. Давай попробуем. Она, в принципе, должна, ребята, его забомбить, наверное, я думаю. Ну, ага, не вышло, да? Хотя, ладно, как вариант сгодится. Так, сейчас мы вызываем с вами рыцаря-мага. Ну и все, и давай друидку в конце. Ой, друидку, елки-палки, у нас же тут ведьма. Ведьм будем вызывать. А вот, ребята, и ведьмишка вышла. У нас здесь, кстати, ульта еще великолепная, не забываем об этом. Так что все будет тип-топчик. Вау, чумная мышь уже, ребят, бомбит базу. Ага, а вот и этот охламон вышел. Ну что, ульту сделаем или как? Пока не знаю, ребята. Да поехали, наверное, через ульту бомбить. Вау! Вот и все, ребята. Его просто с одного выстрела накрыло. Потому что был красный выстрел. Это мощная ульта сработала. Ну и все, тогда никаких вариантов у него вообще здесь нету. Спасибо за карточку. Е, то, что нужно. Так, вот теперь я хочу открыть реворт и посмотреть, что мне здесь достанется. Угу. Деньги, ядерный бот и ракетный бот. Последняя, ребят, территория у нас в этом портале. Это у нас занежить. И мы с вами приступаем. Так, значит, будет здесь у нас некро плюс обычный зомбик. Некро плюс обычный зомбик. Я думаю, что вот этот отряд, в принципе, должен зайти. Хотя расстояние очень маленькое. Очень маленькое расстояние, ребят, не знаю. Уже не уверен почему-то. Поехали, начнем вот так, наверное, с вами, да? И ниндзю. Ниндзю надо поставить нам, вот что я хочу сказать. Так, а вот, ребята, и некро. Уже со своими этими черепунделями. Здесь очень, кстати, очень хорошо подойдет. Знаете кто, ребята? Да-да-да, именно тыквоголовый. Если мы, конечно, успеем... Оу! Смотри, что происходит. Нас, ребята, забрасывают здесь, кстати. А если мы вот так вот сделаем? А? Что-то сразу... Скукошился. Не нравится тебе, да? Оу, некро, я вам не завидую. Тыквоголовый, как говорится, пошел в дело. Ха-ха-ха. Слушай, ну вот его бомбические вот эти вот массовые атаки, да, головой, это, конечно, что-то нечто. Ничего не можно, никто ничего не может сделать против них. Вау. Тыдыч, просто вместе и некро падает, и черепундели эти. Вообще великолепно. Изи. Ну что, первый этап пройден, причем довольно легко. Так, ну что, ребята, а мы с вами переходим на второй этапчик. И я думаю, что... Так, а тут чумная мышь, вот это будет немножко похуже. И я, наверное, возьму вот этот отряд. Будем через него играть. Слушай, в 90-й портал мы с вами попадем, это получается что? 10 этапов и все, и игра будет пройдена. О, ребята, игра будет пройдена. Ха-ха. Сколько я в нее играл? Блин, год, наверное, да? Или больше даже? Но долго, на самом деле, очень долго. Так, ну что? Давайте, наверное, тоже будем... Что такое? Что не прокатывает у нас? Что? В чем проблема? Иди отсюда. Будет мне еще тут свои ручки распускать, да? Давайте через ульту, наверное, бомбанем все-таки. Отлично. О, карточка на чумную мышь. Так, я думаю, ребят, давайте, наверное, вызывать уже БФГ. Пора им, наверное, тут маленечко повеселиться. Так. Слушай, почему-то в купе зомби они уж больно сильно бомбят. Я вот что заметил. Да? То есть вот эти вот обычные зомби, вот эти вот. И когда вот чумная мышь, что-то уж как-то вообще по-имбовски получается у них. Ну-ка, ульта, выручай нас. Выручила, выручила. Так, времени-то маловато, давай поехали. БФГ, господи, ну что ж ты. У нас, знаешь что, у нас нету каких-то массовиков-затейников, которые могли бы здесь просто уничтожать толпы вот этих вот, ребята, врагов. Вот что я заметил. Да-да-да-да-да, именно поэтому. Ага,
Значит, здесь не подходит этот отрядик у нас с вами. Или подходит? Не могу понять пока. Так, заморозка. Заморозили. Сколько? 44 секунды. Ну что же, надеюсь, ребят, надеюсь, что мы сейчас все-таки забомбим базу ему. Отлично. Но все равно как-то вот... Как-то вот, когда именно чумная мышь здесь присутствует, очень плохо. Блин, вот этого нам не хватало еще. Так, зомби-камикадзе. Будем его контролировать через наших стрелков. Не будем давать ему возможности подойти, надеюсь. И будем надеяться, что в следующем этапе не появится привидение, которое будет контролировать моих стрелков. Так, вышел, да, олух? Здесь нам, знаешь, кто хорошо поможет? Кто хорошо поможет? Нам поможет Джаггернаут, но у меня нет времени, ребята. Ну, взорвись ты там уже. Так. Ёпрос, это началось, короче. А сейчас пойдет расчекрыш. Движ. Так, смотри, что происходит. Так, фаербол. Мне пришлось, ребят, так сделать, иначе бы вот эти вот мелкие черепунили просто разбомбили бы там все на все на свете. Так, давай-ка вызовем, наверное, с вами грифу и еще одного голема. Слушай, но баллиста тоже далеко стреляет и хорошо, причем поражает сразу три цели. Вот больше всего мне это нравится. Ну, все, пора бомбить, по-моему, замок, ребят. Фаербол у меня сейчас приготовится, и мы сразу его запустим в дело. Вот так вот. Классненько, да? Так, давай еще одного грифона на всякий случай призовем. Но если вот зомби, камикадзе вот этот вот пройдет, да, и взорвется вот здесь вот, то всем моим вот этим грифонам, конечно же, придет кирдык. Ну, а тут, как мы видим, все хорошо. Так, смотрим, ребят. Я так и думал. Я вот так и думал, что привидение здесь будет. Тогда мы с вами сделаем немножко по-другому. Вот этот отряд, может быть, нам взять. Так вы головы тоже здесь слабак. Он будет падать моментально. Тогда вот этот возьмем. Но очень сложно будет именно сразиться с некро, потому что когда их очень много здесь, да, появляется, они, у них есть возможность при смерти вызвать целую толпу вот этих вот черепунделей, которые довольно больно сильно бьются. Так что, как говорится, нам в помощь, хотел сказать, всадник на журавле, блин. Нет, скорее всего, нам тут паладин понадобится. Нам понадобится здесь паладин, и уже после него мы с вами возьмем всадника на журавле. Паладин будет, как, знаете, как живая стена отвлекающая у нас. Вот так вот все должно было происходить. А я в этот момент попробую вот так вот этих говнючков сюда поближе. Вот таким вот образом. Так, видишь, черепунили, побежали. Так, я не понял, они что там, до бесконечности что ли бегут? У них же должно быть какое-то расстояние. Так, ну и... Блин, паладин упал, ребята, паладин упал у меня. Ага, пока все нормуль. Пока все отлично, ребята. Давайте на всякий случай вызовем еще одного паладина. Главное, чтобы друидка наставила здесь много-много-много тотемов. Тогда будет все хорошо. Если будет много тотемов и на атаку, и на отхил, то мы здесь с вами простоим. Во, смотри, на атаку поставила, отлично. Ну, минус чумнуха. И добиваем, ребята. Просто уничтожаем. Ускорение еще дали мне. Хе. Это под конец-то игры мне дали еще ускорение. Последний этап, смотрим, ребята, что здесь за босс. И здесь босс-жнец. Блин, у меня, кстати, здесь энергия закончилась на этом отряде. Что будем делать с вами? Так, секундочку. Секундочку. Если предположим. Ладно, давай, поехали. Я думаю, должны здесь справиться. Ведьма, как говорится, против жнеца. Ну, еще раз повторю, ребята, жнец по здоровью он ватный. У ведьмы намного больше здоровья. Но жнец, как бы вам сказать, у него, по-моему, даже радиус атаки больше, чем у ведьмы. Так, погоди-ка. Что-то меня это все не устраивает. Еще этот радиоактивный зомби там ползет. Давай, наверное, через чумную с вами сыграем. Зря я подставил. Я подставил их двоих, по ходу дела, да? Нет. Получилось, все нормально, сработало у нас. Отлично, супер, лучом получил. Так, пошла у нас ульта. Ну, ведьма, ты готова, радость моя? Сейчас ты у меня пойдешь. Погнали. Так, некро тут нам не в указ, как вы понимаете, да?
Она ничего абсолютно здесь сделать не можем. А мы бомбим потихоньку. Именно чумная мышь потихонечку здесь у нас развлекается. Блин, взорвалась-то не вовремя где-то. Да ладно, такого быть не может, чтобы жнец не вышел. Чё за ересь? А вот, ребята, и этот голубчик, архаровец, ну-ка. Да бомбани ты по нему разок-то, господи, что ты? Остался мне у здоровья это на плевок, все. БФГшка там сзади помогла, в том дело. Ну и я думаю, что все это, ребят, фиаско для него. Потому что мы уже сейчас будем бомбить замок. Ронин, давай, нормально. Нет, он не спеша выходит. Да это уже и не важно, потому что этапчик-то этот и пройден у нас. Спасибо, спасибо большое. Так, и смотрим, ребята, что у нас здесь за ревер такой получается. Давай, открой, пожалуйста, сундук и покажи нам. Так, 11 карточек на деда, 10 карточек на радиоактивного зомби и 12 тысяч голды мы с вами заработали. Так, ну и плюс тут 14 карточек на стража, это хорошо, кстати. Ну, 14 карточек на ядерного робота, это не ахти. А вот жаба с пушкой, в принципе, пригодится. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы перелетаем с вами на 90-й портал. И здесь у нас, смотрите, встречают захватчики. Потом роботы будут. Потом идет нефритовая долина. Нежить. Опять захватчики. То есть два раза здесь у нас будут захватчики, да? Ладно, подготовимся. Начинается у нас с пришельца и с жабы с молотом. Жаба с молотом. В принципе, ребята, мы можем вот этот отряд взять. Я думаю, что даже если ушлый пришелец будет тырить, то он будет тырить у меня кого? Естественно, голема. Естественно, голема. Мы даже можем с вами немножко по-другому сделать. Смотри, как это происходит. Первый, по-моему, у него просто пролетает. Сейчас он должен его выпустить, и он пролетит. Сейчас проверим. Прав я? Нет, я не прав. Давай вот так вот сделаем голема. Что если он сейчас вылетит, он похитит голема. А мы уже с вами действительно вот прикрывать будем вот таким вот образом. Отлично я придумал. По-моему, великолепно. Так, и знаете что? Лучше грифона мы вызовем с вами. От него здесь будет больше толку. И, по крайней мере, пришелец его похитить не сможет. Что есть хорошо. Захотел чего, а? Плешивый. Думает, все ему можно, привык тырить, да? У нас, наших бойцов. Но не тут-то было. Ну что, понеслась, как говорится, да? Разборочка. Сейчас всех там забомбим. Черт, смотри, смотри, что делать, а? На! Захотел там мне джиггернаута моего перепрограммировать и против нас отправить. Не тут-то было. Грифон, а что вы это? Не бомбите-то, не могу понять. Давай так сделаем. Хотел фаербол, но успели не базу расчекрыжить. Так, ребят, второй этап и смотрим здесь. Здесь уже воблер. Воблер, да? Воблин. Так, у нас энергия-то где-нибудь есть? Вот на этом отряде. На этом отряде. Слушай, мы что-то с вами как-то не особо играем, конечно, этим отрядиком. Хм. Ну, давай попробуем на этот раз сделать, короче. Так, что-то чувствую, пришелец полетит. Ха-ха, я был прав. Пришелец полетел. Поэтому выпускаем мечника. И выпускаем с вами, наверное, тигра. Давай тигра вызовем. Так, воблер. Воблер, ребята, идет. Здесь нам, наверное, тыквоголовый зайдет. Блин, он взял, просто похитил мне тигра, а? Ты понял? Ну ладно, фиг с ним. Давай так попробуем сделать. Ну, тыквоголовый бомбит. Бомбит по-черному, ребят. Вообще шикарно. Мне нравится тыквоголовый в последнее время. Вот как он все это делает. Все вовремя, все четенько у него получается. Дамаг, конечно, у него по танкам не особо большой. Но вот именно по летунам там, по всяким, просто разрывает их в клочья. Ну, о, спасибо за карточку для базы. В общем, тыквоголовый здесь себя полностью оправдывает. Именно вот на таких вот этапах. Вот я не знаю, как он против слизней будет. Давай проверим. В принципе, слизень, ну что, если на него стоит защита, да, дополнительная, он тоже ее должен, по идее, пробить. Причем довольно быстро. Ладно, сейчас мы это все, ребят, с вами дело заценим. Посмотрим, как у нас пойдет. Так, 300 энергии мы с вами накопили. Давай начнем, наверное, с этого. Сейчас, наверное, пришелец полетит, как всегда. Этот хламон знает, как появиться вовремя, да? Или нет? А вот, ребята, и слизень. Как раз самое время для проверки нашего тыквоголового. Давай вот так вот мы его вызовем. Блин!
Ну, ребят, смотрите. Что могу сказать? В принципе, как вариант, неплохо работает. Смотри. Опа, ты понял? Так что тыкву-головой здесь нормуль зайдет. Причем, не забывайте, у него радиус атаки просто колоссальный. Оп, сердечко. Просто колоссальный радиус атаки. Что-то я не понял, а что это он... А, мы его приворожили, он своего же похитил. Чудило, пришельское чудило. Ну, да, тыкву-головый что-то напоминает мне баллисту. И мне нравятся они. Эти ребята крутые. Мне все-таки понравилось, что мы тогда прокачали их по фулочке. И они нам верой и правдой служат. А вот здесь, ребята, немножко похуже, потому что, смотрите, пришелец и улитка. Вы помните, да, эту зловредную комбинацию? Хотя, что нам бояться? У нас же есть черный рыцарь. Погоди-ка, мы успеем его призвать-то? Да, по идее, должны. Он 125 стоит. Так, я надеюсь, это не будет такая комба, где полетит именно пришелец, а за ним улитка. Нет, не та комба. Значит, нормуль. Значит, выживем. Так. И можно даже... Я не знаю, давай такого голову призовем. Фиг с ним. Сейчас этот пришелец, наверное, полетит. Давай мечника вызовем для прикрытия, ребят. Да объединитесь вы, господи. Не так немножко пошло. Не того я хотел. А что, он кого похитил? Я что-то не понял. А, он похитил. Ну, естественно, тыкву-голового он и похитил мне. Ой-о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 й. Давай. Слушай, а что, улитка не доехала, да? Об кустики разбилась, бедняжка. Это хорошо, когда так. Так, давай вот это вот, тыкву-головую. Вместе с воблером их там всех шинкуй. Так, погоди. Ну... Ага, сработало. Давай мы вот так, наверное, с вами сделаем. Да, ребята, улитка на самом деле замедляется в кустах и вообще изи. Она даже не долетает до нас. Хе. Так, пошел. Блин, тыкву-голову. Перепрограммирует. Да, ребята, ниндзю перепрограммирует. Да хорош. Смотри, что раздухарилась она как. Бумс. Так, улитка там еще бомбическая. Да упадете вы там все или нет? Да господи, мы не можем, ребят, с вами забомбить базу ему. Никчемную, несчастную эту базенку, а. Дешманскую. Ну, давай, давай, ребята, ну, поднапряглись. Я. Еще одна карточка на базу. Отлично. Вот тут великолепно, ребят. Ну что, последний этапчик, тут у нас кто? Ой, господи, лорд пустоты. А у меня есть нормальный отряд? Вот. Вот, наверное, мы этим с вами будем бомбить. Лорд пустоты, который нас отталкивает, плюс станет и так далее и тому подобное. В общем, надо будет намного быстрее сейчас все это сделать. Я хочу призвать в первую очередь ведьму. А уже всех остальных там и Ронин, и, естественно, маг-рыцарь. Если не будет, конечно, отвлекаться. Так, погоди-ка, я вспомнил, ребята. Так, пролетай. Блин, урон получили по базе. Все, ребят, я фейлюсь. Я сразу же буду фейлиться. Точнее, не фейлиться даже, а как-то сдаваться. Блин. Да я все время забываю, что именно вот на этом уровне у него получается. Он призывает. Вау, там карточки летят. Только в путь, только собирай, как говорится. А на самом деле этот уровень бы был бы изи. Мы бы его прошли. Смотри, просто расколбасить ему базу. Так, секунду, а как же нам тогда сделать-то? Летит улитка, да? Вызываем Ронина. После него вызываем так, что ли, нам сделать? Давай попробуем. Короче, летит. Подожди, летит. А, тут тоже не вариант, ребята. Хотя, погоди-ка. Давай попробуем. Нам главное успеть накопить 225 энергии. Сейчас похитит, да? Похитит. А, БФГшка может прикрыть у нас. О, слушай, ну вот сейчас нормуль получилось. Погнали, теперь мы будем веселиться уже здесь, в конце-то концов. Достал он меня. Думает, ему все можно, в конце концов. Нет, парнишка, тебе здесь и ничего нельзя. И твое место знаешь где? Я бы сказал бы где. Ну, не в этот раз. Так, ну что, ведьма, пора нам с тобой выйти прогуляться. Пускай выходит этот лорд пустоты, нам на него абсолютно по барабану.
Нам на него абсолютно по барабану, ребят. Вот он вышел. Деловой, думаю, ему все можно. Так, ведьма. Что там? Что там пошло? Поехало. Что-то пошло не так, да? Ну? Вот и все. Делов-то на копейку. Схватил, как говорится, свое. Так, ну что, а нам остается просто теперь, ребята, разнести в хлам ему базу. Вот и все, и всех делов-то. Ну, бомбим или нет? Другого я даже не мог предположить. Это, как говорится, запрограммировано. Ну что же, открываем сундук, смотрим, ребят, что нам здесь выпадет. 13 карточек на базу, на мою любимую. Так, 8 бородавочников и 10 жаб с пушкой. Фух, мы перешли с вами на территорию роботов. Блин, а что, у меня энергии вообще, что ли, нигде не осталось? Так, вот здесь одна и вот тут одна. Поэтому я думаю, что начнем, наверное, вот с этого отрядика. Как говорится, отработаем по полной программе. Кто-то у нас БФГ и щитобот, да? Ну, щитобота, ладно, я возьму на себя за счет голема. Вот так мы сделаем. Ну, а потом, конечно же, надо призвать Джаггер... А, тут еще БФГ. Так, погоди-ка, тогда мы будем немножко... Да ладно. Секунду, ребята, это... Это дело пахнет керосином, на самом деле. Так, минус БФГ. Отдай сюда деньги. И Джаггернаут. Вот так вот будет, наверное, получше, поэффективнее. Но если БФГ сейчас будет выставлять свои эти лучи, да, постоянно выбрасывает, то мой, как говорится, баллистмейстер просто погибнет. Сразу же причем. Давай-ка мы вызовем, наверное, с вами Грифу. Грифон нам здесь поможет. На всякий случай перестрахует. Но смотри, смотри, что он там копит? Лучше, что ли, копит? Нет? Я уже думал, сейчас бомбанет, шарахнет. Но нет, все обошлось. Так. Можно ускориться, мне кажется, здесь маленечко, потому что тут уже исход ясен. Фаербол полетел. Да, исход ясен, но все равно как-то долго, ребят. Ха. Продолжить. Короче, второй этапчик у нас. И кто у нас здесь будет? Молотильщик прибавляется здесь. Погоди-ка. Давай попробуем. Тут уже все, да? 99-й, 100-й, 98-й уровень. Ну, я так понял, ребят, предел это соточка. Все-таки, как ни крути, 100-й уровень это предел. Вот, максималка. Ну... С кого? Погоди. Я... А, вот так мы сделаем. Давай, так. И молотильщика на прикрытие. Вот это будет лучшая имба. Ух, как не повезло-то там родным. Ну что, можно... Нет, погоди секунду. Можно было накопить, конечно... Ах ты, хитрожопый жук. А я, наверное, так и сделаю сейчас. Я накоплю на друидку, скорее всего, и мы ее призовем. Чтобы лишний раз вот не компенсировать никому мозги. Ну. Ага, успеем ли? Успеем. Ну, все, приплыли, дорогие мои. Вы не ждали, а мы приперлись, да? Так, что ты там, молотильщик, а, хитрожопый? Пилякает на скрипке. Так, вот когда, кстати, очень много, ребят, БФГшек, это плохо тоже. Давай вот так вот их подтянем и будем бомбить здесь. Так, погнали. Мы по базе-то хоть бомбим уже, да, отлично. Ну что, дровосек, елки-палки, щитобот. Отойди отсюда. Давай вызовем молотильщика. Карточка на щитобота, она в принципе не нужна. У нас он прокачанный по полной программе. А вот базу мы с вами разрушили. Причем довольно быстро и хорошо. Фух. Так, ребят, третий этап. Здесь энергии нету. Слушай, давай посмотрим. Я вот еще ни разу, по-моему, не пробовал этот отряд именно против роботов. И как раз у нас будет здесь проверочная. Не знаю, конечно, меня немножко смущает тыковоголовый. Против кого? Против бомберов он здесь истукает? Или как? Но он сам по себе ватный, да? В него один раз плюнь, он рассыпется. И щитоботы. Это самые главные противники здесь у нас. Да-да. Так, вот бомбер. Сейчас смотри, сколько урона, нет? Блин, он еще и застанил, а? Упыреныш. Так, летит и бомбит. Летит и бомбит. Ладно, сделаем вот так с вами. Попробуем через тыквоголового. Так, замедление. Это оптимально будет для нас.
Ну вот смотрите, вот БФГшки он просто разносит на ура. Я имею в виду тыквоголовый, да? Посмотрим, как он против бомбера. Ну, против бомбера слабоват. Вместе с ниндзей, да, рулит. А соло слабоват будет. Хорошо, ребят. Но все равно, когда вот на таком расстоянии у тебя есть огневая поддержка, согласитесь, это очень круто. Очень круто. Причем такие массовые атаки. То есть тыквоголовый кровожадный чувачок. Когда прикрыт. И я думаю, что все, здесь, ребята, песенка спета просто-напросто у чувачка. Он ничего здесь не сможет сделать. Я даже деда успел призвать, но он, к сожалению, пока не дошел. Фу, так, у нас, по-моему, еще энергия, да, там одна осталась или нет? А, нету, что ли, больше? Блин, я только раздухарился, ребята, я только разыгрался, и на тебе энергия закончилась. Так, а у нас там, по-моему, выполнены были какие-то задания, квесты, или мне показалось? Сейчас посмотрим с вами. Так, нет. Ох ты, подожди, ребят, я там кое-что заметил. У нас что-то в армии с вами там произошло. Секундочку, что именно? Уровень. Так, да подожди ты, что там у нас? А, это у нас уровень второй. Так, ребят, ну что, мы с вами эльфа переводим на четвертую звезду. На самом деле, меня это как-то мало волнует. Но все равно приятно, когда эльф-моб. Когда твои юниты растут. Но это еще не все, еще кто-то улазит. Ох ты! Ребята, страж переходит на четвертую звезду. А вот это вот уже приятно, на самом деле. Уже очень приятно. Но хотелось бы, конечно, пятую. Так, приятный такой бонус, да? Под завершение, как говорится, нашей серии. Так, что у нас тут еще по квестам? Ну, 177 гемов. Это тоже приятная такая новость для меня. Ну что, дорогие друзья, мы, наверное, будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующей серии, ребят, и продолжим играть в эту игру. Так что всем удачи и до новых видосиков.